Дворец культуры «Судостроитель» находится в центре микрорайона судостроительного завода и в двух шагах от жилого массива «Сокол». Наша цель – это интересный и разнообразный досуг для населения. Творческий подход к работе и стремление шагать в ногу со временем – вот реальная характеристика деятельности Дворца культуры «Судостроитель». За многие годы работы для жителей Фрунзенского района Дворец культуры стал центром всех праздников. Это традиционные районные праздники, такие как День пожилого человека, День инвалида, День Победы. Для жителей нашего микрорайона проходят большие массовые гуляния, такие как Масленица, День города и Новый год. Интересно проходят дни семейного отдыха, детские развлекательные программы, диспуты, кинолектории, акции против вредных привычек, тематические вечера-встречи, развлекательные диско-вечеринки, концерты, фестивали-конкурсы, интеллектуальные игры и театрализованные представления, а также семинары и мастер-классы. Не остаются без внимания ветераны Великой Отечественной войны и труда, а также пожилые люди. Активно и интересно ведется работа в любительском объединении клуба «Ветеран», где организуются выставки, вечера встречи, огоньки и беседы. Ежемесячно во Дворце культуры проходят культурно-массовые мероприятия, которые не обходятся без участия творческих коллективов Дворца культуры. Всего 30 клубных формирований, из них 8 коллективов имеют звание «Народный самодеятельный коллектив» и «Образцовый самодеятельный коллектив». Среди них творческие коллективы, такие как фольклорный ансамбль «Узарей», хор русской песни «Родник», танцевальный ансамбль «Эллинг», киностудия «Корабел», фотостудия «Русар». Известны они не только в нашем городе, но и в области, в России и даже за рубежом. Образцовая детская студия «Соловушки», дансгруппа «О-ля-ля», народный молодежный театр «Экспромт», ансамбль танца «Ригель», ансамбль восточного танца «Изадора» и «Русская красавица» являются активными участниками и дипломантами областных, городских и региональных фестивалей-конкурсов. Дворец культуры «Судостроитель» предлагает для жителей города и микрорайона платные услуги в проведении юбилеев, корпоративов, выпускных вечеров, семейных торжеств. В подготовке праздников и мероприятий работают настоящие профессионалы своего дела. Каждый праздник с ними – это океан впечатлений и море положительных эмоций. Самую подробную информацию о работе ДК «Судостроитель» можно получить на нашем сайте ДК «Судостроитель».